наверняка есть люди, которые проявляли тебе, к тебе какой-то, знаешь, нездоровый интерес. Ой, у меня был в Грузии такой поклонник сумасшедший. Значит, он постоянно ходил за мной. Ну, Тбилиси маленький город, и... Ну, это даже страшно. Ну, это было, конечно, страшно, но потом мои папины друзья нашли его, поговорили с ним, знали, кто он, что он, поняли, что он, ну, нормальный и безобидный. Говорит, ну, ладно, пусть ходит, наоборот, хорошо. Контролер был реально, он ко мне не подходил. Ему стали даже платить, чтобы он контролировал. Ну, то есть он ко мне не подходил, не выходил в контакт. Он просто ходил за тобой. Он просто за мной ходил, да. Он просто за мной, он был причем старше, он просто за мной ходил.